Re, viss ēters ir te! Госканцелярия требует выяснить, кто сдал прессе имена кандидатов на должность гендиректора службы госдоходов. Глава канцелярии Мартинш Кревинш обратился в правоохранительные органы. Называть возможный источник утечки Кревинш отказался. При этом он заметил, что на исход этого конкурса огласка не повлияет. Мы всегда говорим кандидатам, что если они хотят заявить общественности о том, что они конкурируют на какой-то пост, это их как бы возможность, но мы никогда не разглашаем имена этих кандидатов. На данный конкурс я не думаю, что он как-то повлияет. Конкурсная комиссия близка к принятию финального решения. И в целом один из трех кандидатов или несколько их будут представлены министру финансов на утверждение. После того, как конкурсная комиссия сообщила, что во второй тур на должность шефа СГД будут выдвинуты 8 из 19 претендентов, в СМИ появились их имена. Позже стали известны имена четырех кандидатов, которые прошли в следующий тур. Планируется, что имена финалистов лягут на стол министра финансов уже 1 ноября.